Доброго всім ранку. Це програма «Ранок гроші Артяй». Програма про людей, які в Україні мають власну справу, отримують від неї і задоволення, і гроші. В студії співачка Майрі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви на сцені вже от скільки років? 18. Так, 6 років. Да. В 6 років що відбулось? Мама відвела вас в музичну школу, хтось відібрав на якомусь там прослуховуванні, що таке було? В 6 років в дитсадочку я заспівала пісню, батьки в такому шокі трошки були, і після цього віддали мене вже займатися повністю вокалом, хореографією, і почались конкурси, було дуже багато конкурсів за все моє дитинство, 42 конкурси, де я приймала участь, перемагала, це були міжнародні, всеукраїнські конкурси. І от так дійшла до Києва, почала вчитись тут. Це було в іншому, да, якомусь там? Це було в Ужгороді. В Ужгороді. Перший конкурс відбувся десь там, от, да? Ви знаєте, да, перший конкурс був саме в Ужгороді, приймали участь всі дитсадочки, а другий конкурс, це вже був «Крок до зірок», це був Палац України, тому можна сказати так, одразу на велику сцену, і я приймала участь в кожній категорії в «Крок до зірок», і також перемагала там, тому кожні 2 місяці ми приїжджали до Києва і виступали на великій сцені. А були ж і поразки все ж таки в конкурсах? Ну, неможливо взяти 42 рази участь в конкурсах? А вже ж, і спочатку, а вже ж не було якогось досвіду, і були четверті міста, потім треті, другі, і ми дійшли все-таки до перших, до гран-прі, і потім вже з мамою ми так, а поїхали туди, там дають телевізор за перше місце, а поїхали в друге місце. І коли я приїжджала на конкурси, дуже багато дітей, ой, Штіфель приїхала. І всі розуміли, що вони вже будуть на місце ніже, тому що я їхала за побідою. Тобто ви приїжджали на ті конкурси, які обирали самі, і де були впевнені, що ви все ж таки переможете? Знаєте, були конкурси, де я по пару раз приймала участь, як я говорила, «Крок до зірок», это «Молода Галичина», это «Черноморские игры», и в этом году меня уже пригласили как гость на «Черноморские игры», как артист. На журі, а як гість? Да, как артиста уже. Коли відбулося перший виступ, за який вам сплатили гроші? Якийсь такий гонорар, там, я розумію, невеличкий, символічний, але все ж таки, ну, телевізор – це телевізор. Але це ж живі гроші, можливо, я на телевізор хочу. Это было в детстве, що у меня очень было много концертов по Закарпатской области. Мы вместе с певицей Ёлкой ездили на концерты и зарабатывали по 50 гривен. Но на тот момент это были не маленькие деньги, и также и калядовала, там хорошие деньги, в принципе, получала. Но папа условия мне поставил, значит, все, что зарабатываешь, с сестрой делишься напополам. То есть это вообще нечестно было, но мне пришлось родной сестре отдавать. Сестра молодша чи старша? На год, молодша. Вона так само пішла от музичною стежкою? Ми вчились в музикальній школі вместе, грали на фортепіано, вона робила це краще, ніж я. Единственное, что она не занималась вокалом. Но были песни, которые мы пели дуэтом в школьные времена. И я скажу честно, если бы она занималась, возможно, она была еще лучше, нежели я. А музична школа 6 років, да? Да. И что, вот, все было цікаво, ніколи не хотелось все кинути, поплакаться и сказать, я больше, это бунт якийсь там, не было такого? Ну, знаете, мы какие-то такие дети были, мы ходили там в школу, разные там гуртки были у нас, и малювання, і танці, музична школа, це було і вокал, і сольфеджо, і хор в школі, в музичній школі, і вокал. Тобто дуже багато в нас було занять в дитинстві. Тобто не було такої думки? У нас не було часу, не було такого, що ми прийшли з школи і сиділи просто вдома, або вийшли на вулицю там погуляти. Тобто, в принципі, ми завжди були зайняті діти. А після завершення школи вуз, він так само пов'язаний з, да? Це якийсь там... Так, я навчалась в естрадній церковій академії в місті Києві. Після школи я навіть не уявляла, щоб я
пішла вчитись в якомусь другому напрямку. І так я поступила в естрадно-циркову академію і закінчила там 4 курси. І ви знаєте, вже з першого курсу я почала працювати. Да, да. Да? І де тут в Києві можна було працювати, ще будучи на першому курсі? Я почала ходити на кастинги, я почала приймати участь в новій хвилі відбірочному турах, почала приймати участь в відбірковому турі на Євробачення у 2012 році. Тобто перший курс у мене вже такий був насищений, да, я дуже багато пар прогулювала, я не ходила. От, але це дало хороший результат, тому що тоді я вже себе так досить добре заявила як Рената Штіфель, і у мене з'явився продюсер, почались кліпи, почались пісні писатись, тобто вже почалось все на серйозному такому рівні. А багато, ну десь 50 на 50. Хтось говорить, ні, я без продюсера, я все можу сама, а інші говорять, ні, продюсер потрібен. От, ваша думка яка? Ви знаєте, я дуже вдячна своєму колишньому продюсеру за те, що він заставив мене все робити самій, займатися всім буквально, що стосується сценарію до кліпу, запису пісень, вибору пісень, всіх документів, тобто все-все організовувала я. І я знайомилася з людьми, ходила на радіостанції, ходила на канали. Тому коли ми перестали працювати, у мене залишився такий багаж. І я вже знала, куди мені йти і що робити. Деякі артисти залишаються одні, і потім вони не розуміють, що їм робити. Тому я йому вдячна за це. І зараз я вже 4 роки працюю сама. Вже ж важко, тому що повинна бути велика команда, але все-таки вона вже в мене є, я вже підібрала правильних людей. І я думаю, що ми скоро доб'ємося дуже хорошого результату. Ви змінили і взяли творчий якийсь псевдонім, так? Я правильно зрозумів? Да. Це якось от вплинуло, ви от відразу відчули, о, от щось там, щось відбулося. Да, вы знаете, вот много лет мы писали песни, отправляли, вот как Рената Штифель, что-то заходило на радиостанции, что-то не хотели крутить, хотя каждая песня, она была особенная и для меня, и для слушателей, они неплохие, они все хорошие, но почему-то не хватало чего-то, чтобы она там звучала, и когда... Я решила поміняти все-таки ім'я своє. Ми відправили першу пісню «Мальвою» українською мовою на радіостанції, підписали «Майрі Мальви», і в течение получаса нам прийшли відповіді, да, ми беремо, хто це нова певиця, це нова група, я вот, це сработало, тобто... Возможно, если бы мы отправили песню, как Рената Штифель «Мальвы», возможно, никто бы не открыл письмо. Угу. А складно потрапити на вот, в ефіри музичних телеканалів і на радіостанції? Все одно щось не вистачає, да? Все я одно думаю, ні формат. Що, да, проблема все-таки в репертуарі і в, ну, в музиці. Ну, писали многие песни, но время идет. И раньше я была такой певицы, которая пела красивые песни. А это все сейчас не заходит, к сожалению. Нужно идти все время в ногу с модой, с тенденциями. Украина очень классно развивается в музыке. Она, я считаю, сейчас лучшая. И нужно стремиться быть там и писать такие треки, которые все-таки будут достойны звучать. У нас в студії співачка Майрі. Зараз повернемось до музики, а потім знову до розмови. Всім доброго дня. Поїхали. У нас в студії співачка Майрі, яка співає з 6 років. Да? Ви закінчили вже естрадно-циркове училище. Да? Академію. Естрадно-циркова академія. Все, да. Закінчили. І більше от зараз немає ніякого навчання, да, уроків вокалу, там нічого такого немає. Вже як 2 роки я не займаюся, не навчаюсь, але займаюся вокалом. А вже ж я ходжу в естрадно-циркову академію до своєї вчительки, вокалу Наталі Федорівни Медведєвої, і вже ж в неї займаюся, я намагаюся... А у вас за скільки от років було знято дуже багато кліпів, да? Там з десяток, можливо, десь є. Так. Хтось вкладав гроші в це відео?
А раніше це був колишній продюсер. Ми зняли, напевно, десь 4 роботи з ним, або 5, зараз не згадаю. А потім був такий трошки переривчик в нас, і не було в мене можливості все-таки зняти відео, тому що це все-таки не маленькі кошти. Але зусиллями своїми я знайшла тих людей, які все-таки мені трішечки допомагають в цьому. А кліп, про який ми вже згадували, Мальви, да, це відбулася, що там, ребрендінг відбувся, да? Рената вже не стала Ренатою, а стала співачкою Май... Рі. Да. Да, это совсем другая музыка, другие образы, другие клипы, другое имя. И вы знаете, многие люди узнали меня из этой работы, хотя все ждали от Маль, что это будут цветы, поля, что это такое теплое. А я говорю, нет, я хочу мотоциклы. Я с 8 лет езжу на мотоцикле, 16 лет езжу на мотоцикле кольцевом. Я говорю, нет, это мое, это нутро мое, я хочу, чтобы девочки только были в клипе, и мы ездили, кайфовали по Киеву на мотоциклах. Вы с 6 в музыке, да, а 6 на мотоцикле. Это старший брат є, або тато, да, захоплюється? Ну, еще в садик я ездила на мопеде, папа меня учил, то есть мы вместе, он меня отвозил, я за рулем была, он сзади сидел. А потом уже 8 лет он меня посадил на кольцевой мотоцикл. В первый же день я уже ехала одна возле него. Вот, я думаю, что у нас сейчас полиция это не слышит. Кольцевой мотоцикл, спортивный, да? Да, это был кольцевой мотоцикл, было все-таки маленькое количество кубиков, это 125 кубиков. Вот, ну тогда уже была Yamaha, Honda CBR 125. Вот. Сейчас уже доросла вот до моего мотоцикла, на котором я еду. Это Yamaha R1 1000-кубовая. Вот я считаю, что лучше мотоцикла спортивного пока нету. А, ну, зараз не сезон, да, зараз він простаивает, да, да, выходит? Да, буквально так. Недавно уже холодно было, было 3 градуса, я понимала, что мне нужно мотоцикл привезти на другой паркинг и заказывать автобус, это все так долго. Я села мотоцикл, поехала, тепло оделась, вот, ну, поехала и так немножечко отвела душу по трассе сейчас в Киеве. Так, ну, 160, немного, но... Кайфанула. А я розумію так, що там, ну, там тато, у нього власний є бізнес, і він може дозволити собі один мотоцикл, другий мотоцикл, да? Ви знаєте, ні, у мене дуже прості батьки, середнього класу, можна так сказати. Ну, коли я почала, наприклад, петь, папа старался, чтобы какая-то песенка у ребенка появилась, авторская. К одним пошел, к другим пошел. Нашли мы студию звукозаписи, где я записала первую песню в 6 лет. И все вот так поехало, до такого доросло, что он сделал студию звукозаписи. Мой папа не музыкант, но он взял в аренду помещение, сделал ремонт, пригласил людей, которые писали фонограммы, педагогов по вокалу. Вот вам помещение теплое, где могут родители подождать в теплоте своих детей. Занимайтесь. Ни копейки с этого не имея до сегодняшнего дня. Просто эта студия существует. Он не зарабатывал на этом, но он сделал условия для меня в первую очередь и для детей из всего Закарпатья, чтобы они занимались. Вот. И потом мотоциклы. У меня папа сам автослесарь, автомеханик. И занимается перевозками. У нас есть автобусы, просто спринтера. И, то есть вот так зарабатывают тяжелым трудом, ездят вместе с моей мамой в Европу, перевозят какой-то груз, товар, неважно, что это будет. Вот. Поэтому и родители никогда нигде не отдыхали. То есть они не могли себе позволить там на море поехать. В этом году я впервые их вывезла на море за всю их жизнь. Но зато папа и микрофоны мне покупал, и аппаратуру покупал, чтобы я могла петь в хорошей колонке, и мотоциклы покупал. То есть он считал, чем потратить деньги там на море, а он лучше купит ребенку микрофон там, да, или еще какую-то обработку. То есть
все собиралось. То есть нету богатого папы, который там мог себе позволить и купить. То есть все руками собиралось. Если покупалось мотоцикл, он был какой-то побитый или сломан. Он его делал сам в гараже. И, возможно, поэтому у меня было много их мотоциклов, и у папы их было много. Но он все, что зарабатывал, все вкладывал в что-то. Вот так, то есть родители не могли себе просто в ресторан пойти позволить. То есть я вот сейчас маме день рождения сделала 45 лет в ресторане, потому что мне хотелось, чтобы хотя бы раз в жизни они классно это отметили. Тата так само, ну, він захоплюється мотоциклом, да? Да, он ездит всю жизнь на мотоцикле, тоже с раннего детства, и поэтому, наверное, он хотел мальчиков, и почему он меня с сестрой заставил, можно так сказать, ездить, потому что я помню себя, как я плакала, как мне было тяжело, я не понимала, что нужно делать, как переключаться, как отпускать сцепление, и это очень опасно. Левое движение, быстро отпустил сцепление, и ты уже на заднем колесе стоишь, вот, и он кричал, конечно, ну, до конца дня я уже сама ездила, то есть вот так, пару часов, блин, крика, и ты уже все делаешь правильно. Я зі студією не зрозумів. Я знімаю приміщення, роблю там ремонт, купую на власні кошти обладнання, да? Чи я просто запрошую людей, от ти звукорежисер, приносить свій там пульт якийсь, да. Там комп'ютер, там клавішний, і сідай. Часть все-таки була принесена там звукорежисером. Какие-то клавіші, мікрофони папа сам покупав. Да, я записала песни бесплатно. Мне делали это бесплатно. Но папа с людей ничего не получал, ни копейки. Еще иногда, когда они не платили пару месяцев за аренду, он закрывал эти вопросы. Но не было места, не было такой студии в Ужгороде, где можно было прийти родителям, сесть на диван, выпить кофе, ребенок позанимался, потому что дети доезжали со всего Закарпатья, дети ездили по 2 часа, чтобы заняться вокалом. Вот. Была одна студия, это Степан Гіга, народного артиста України. От, студія дуже шикарна, американські пульти, все, но это не по карману было родителям и детям. Поэтому сделалась такая студия, она существует до сегодняшнего дня и занимаются дети. Очень много детей приезжают с всего Закарпаття. Папа уже в это не лезет, конечно, не бывает там месяцами. То есть оно все работает уже само по себе. Конечно, я редко очень приезжаю, захожу туда. Но мне было очень приятно, когда недавно я приехала на концерт в Ужгород к моему педагогу, и выходили детки, которые пели, и объявили, что школа вокала Рена. Для меня это было удивление, что на мою честь даже назвали эту школу. Тобто існує зараз в місті Ужгород, Ужгород, да. Да, студія звукозапису, школа вокала, да, під назвою? Рена. Рена. Да. Це був для мене шок дуже великий. Я вдячна Яні Садварі, що все-таки вона таку, ну, честь для мене. От. Але саме головне, щоб діти займались і мали де розвиватись. Це і батьки їх підтримували, тому що мої батьки отак підтримували. І завдяки їм я сьогодні тут. В студію у нас співачка Майрі. Зараз до музики, а потім знову до розмови. Доброго всім дня. Поїхали. У нас в студії співачка Майрі. Ну, що тут можна сказати? Чорноморські ігри, перша премія в 2009 році, правильно? Да. Молода Галичина, перша премія в 2009 році. Children Eurostar, перша премія в Словаччині. Угу. З досягнень ви брали в фіналі X-Factor в Казахстані. Я виступала як гість від України на фіналі X-Factor. А для вас, ну, от якісь на даний момент найзначуще таке досягнення, це що таке? Виступлення, буквально це було 2 місяці назад, для Нурсултана Назарбаєва. Там же в Казахстані. Це
зателефонував і запросив, сказав... Ну, не сам. Приїжджай, давно тебе не бачив. Я надіюсь, що скоро так буде. Ну, я вже давно працюю на території Казахстана, на там ринку, і вже десь 5 років. І от на X-Factor якось мене пригласили, і завжди там... А були такі виступи, що приїхали, виступили, а гроші сказали... Нет, вы знаете, были такие случаи, вот казахи, они очень честные, они всегда заранее даже рассчитываются перед концертом. Ну, есть люди, которым мы там уже доверяем, заказчики, которым мы можем там после концерта. Было такое, что ты уже с чемоданом едешь на концерт в аэропорт, и тебе звонят отбой, и присылают полную сумму там, за весь гонорар. А у вас і церемонія нагородження музичної премії в 2017 році в Азії, да? Да, це недавно теж була в Алматы, у них була премія «Эмма» називається, Азії всей. Я також була приглашена як гость, я і Сосо Павішвілі. Дивіться, поруч з вами... музика і слова Руслан Квінта, да? В кадрі Тимофій Нагорний, да? Знімається. Як взагалі, от так от ми зараз поставили, ось, а як, ну, так, просто вийти на таких непростих людей? Расскажу интересную одну историю. Когда принимала участие Мика Ньютон в Евровидении от Украины, мы сидели с девчонками дома, и все девочки сказали: «Ох, тебе в такого Нагорного». На тот момент я училась на первом курсе. И я такая: «Ну да». И через неделю мне человек позвонил. Я не знаю, как такое совпадение может быть. И сказал: «Давай работать, давай записывать песни, снимать клипы, Евровидение, все без контрактов». Вот, конечно, маленькая девочка, я согласилась, мне было 17 лет, и Тимофей Нагорный все вот был тем продюсером, да, с которым я проработала. Мы якісь відкрили таємницю, про яку ви не хотіли говорити? Нет, абсолютно. А, добре, а чому зараз немає продюсера? Легко ж було, да? Все зрозуміло, якось там спокійно, да, там поруч. Ну, конечно, был денежный источник, то есть, в принципе, было все хорошо, гладко, и куча разных проектов. Потом было сложновато. Конечно, было сложновато. Когда ты остаешься одна, не знаешь, куда тебе идти. Вот, но я это все пережила и благодарна ему за такую возможность, за такой хороший старт, потому что я пожелаю каждому артисту такой старт, который был у меня, и такую поддержку. Но я нашла людей рядом, которые начали жить моим проектом, совершенно без денег, начали работать над проектом. Мы добивались каких-то целей, мы ездили в Казахстан, и до сих пор эти люди есть в моей команде, и я их никогда не оставлю. А ви і деретесь самостійно, да, в кліпах і на мотоциклах? Та то тхэквондо вчив в дитинстві. А воно перед зйомками я взяла пару уроків карате, і в принципі мені це легко дається. В кліпі знімається Хлоя Брюс, це 16-кратна чемпіонка міра по ката, по карате. Вона ставила постановки Гаррі Поттер, Принц Персії. Тобто у неї книга рекордів Гіннеса 160 ударов ногой в минуту. Я виявляю, там, ну, один раз там можна там махнути, три. І встать. Да. І все. Да. З останніх є зараз що монтується, да? Монтується новий кліп під назвою «Дико танцевать». Да, вот буквально после эфира сразу еду на цветокоррекцию, потому что я все должна контролировать, чтобы все было четко и красиво. Да, это особенная работа в моей жизни, потому что она была снята не в Украине. Впервые мы поехали снимать клип за рубеж. Это была Южная Африка, это ЮАР. Мы поехали втроем, оператор, режиссер и я. То есть этот клип снят
тремя людьми, без всей команды, которая всегда находится на площадке. Это около 40 человек и больше, до 100 доходит. Каждый что-то держит, подметает, красят, одевают. Здесь не было ничего. Здесь Рената делала мейкап себе, одевалась. Не было людей, которые даже там могли бы подержать фрустраму или отражатель. Но все-таки я благодарна моим друзьям, которые живут там, в ЮАРе, которые приютили, куда повезли, перевели, пообщались, то есть все на английском языке. Но работа очень будет интересная, потому что здесь дикие животные, здесь, ну, как песня «Дико танцевать», здесь есть дикое племя, которое находится возле Крюгер-парка, чита, гепард. Ну, це якийсь монтаж, це ж не виходить. Это не монтаж. Я так скажу. Есть фотографии, можно в интернете посмотреть, в Инстаграме. Оператор выставил и режиссер Юра Алексеенко. Они вот так. Вот так стоят метр от гепарда, а мне так хотелось потискать, мне так хотелось обнять, полежать вместе, я такие кадры видела. Но, к сожалению, нельзя, потому что дикое животное, и это заповедник, поэтому есть мальчик, который кормит их, чтобы они не ели зебр, там, других животных, вот, он 4 года уже этому гепарду, он его с детства кормит, поэтому нам разрешили с ним, ну, то есть разрешают пофоткаться, погладить. Мы, конечно, час мучили этого гепарда, кидали, бросали мясо ему, он все время ходил за мясом, я все время ходила, его гладила и повторяла, что делает он, в принципе. Если он в ту сторону, я в ту сторону. Две камеры бегала возле меня, и это все снимали. То есть таким способом снимался клип. Вот и вы прям поруч с ним, вот, да, як тут? Да, конечно, конечно. Все время есть такие кадры, где я напротив него смотрю ему в глаза, хотя меня просили, нельзя с ним на уровне находиться, потому что может кинуться. Вот, но я не знаю, может, животное чувствует. И так же, как собаки, да, многие люди боятся собак, поэтому они их кусают, собаки эти. Но я люблю собак, я люблю животных. У нас нещодавно з'явилась кошка, да, ну, вона така, там, більш все ж таки така дикая, да, якісь. І іноді, коли вона починає гратися, ти так думаєш, так де тут наша бризгалка, вона боїться води, можна трохи заспокоїти. А так з гепардом... Я з дитинства мечтала, у мене була пісня «Тигрёнок», і так хотіла тигрёнка, просила у родителей, я хочу тигрёнка. І тут можливість з гепардом таким красивим, тим більше, це самое быстрое животное в мире. Вот. Но сняли мы этот клип, сняли, мы час, правда, снимали с этой читой, мы поехали в племя, с племенем сняли красивые кадры, это уже будет в клипе больше показано, здесь есть только в конце кадр, здесь племя, вот мальчики красивенькие такие. А что, вертолет есть? Все подумают, что это очень дорогой клип, но нет, слава богу, есть друзья, хорошие друзья, у меня подруга вышла замуж в Йоханнесбурге, у нее прекрасный муж, прекрасный у них ребенок, муж состоятельный, есть 3 вертолета, и я говорю, боже, Алис, как бы хорошо было, он говорит, мы тебе поможем, и они с мужем решили выделить один вертолет для съемки, я думаю, ну хоть 2 кадра сделаем, подъем и отснимем, а в итоге у нас на 4 часа был в распоряжении вертолет, мы объездили, облетали, красивые виды увидели Йоханнесбурга за городом, і зняли такі кадри інтересні. Зараз Новий рік, корпоративи, вечірки, да, якісь, от є робота? Не знаю, там на місяць скільки там, 15-20 концертів? Ой, робота завжди є. Є. Да, завжди, це хороший місяць, продуктивний. На самом деле, ще багато зйомок, дуже багато зйомок концертних новогодніх огоньків, ефірів. Ну, зараз у мене ще робота, от сижу і довожу до идеала новый клип, потому что я не могу просто отдать кому-то, чтобы кто-то монтировал и на свой вкус, и взгляд там выбирал какие-то кадры или цветкорил. Ну, там есть какой-то термин в бизнесе, делегировать полномочия потребно. Ну, я сама себе мастер, поэтому я вижу картинку эту, я была там, я понимаю, где какие кадры могут быть классные, что я хочу, как я хочу это все скомбинировать, с чего начать.
начать, с чего закончить. Поэтому, да, я отдала человеку, который это начал монтировать, но после получения демо-версии я сказала, что так, давайте будем переделывать, делать так, как надо. А вы брали участь в программе «Следствие ведут экстрасенсы»? Ой, надо было удалить это видео с канала, чему? Так бы вы его не нашли. Кого шукали? Кого втратили? И... Нет, никого не искала, это было случайно, так получилось, что они снимали программу про Невицкий замок в Ужгороді, за Ужгородом. И они хотели услышать какую-то легенду о этом замке. И у меня, они, СТБ позвонила мне, и так как я артист из Ужгорода, есть еще елка, но елка у них часто тогда в X-Factor была, и они пригласили меня дать комментарии и рассказать историю. Ну, в итоге у нас все настолько завязалось, так история развивалась, что они решили снять программу про меня, а потом плавненько перейти на этот замок. Ну, на самом деле... После того, как вам зателефонував Нарсултан Назарбаев... Он мне не телефонував, але я надеюсь, что скоро так будет. Запрошував. Да. Хтось в родині, окрім того, що тхэквондо, да? Да. Тхэквондо, мотоцикл, спів. Мальчиков ростили. Да, мальчиков. Все ж таки навчав, як от спілкуватися з грошима, як їх треба заощаджувати, як їх треба там зберігати, куди їх вкладати. От було таке, що тато з мамою говорив, так не можна, а так класно. А от якщо так зробиш, то тоді отримуєш оце. Якісь така фінансова грамотність. Конечно, з дитинства, і я говорю, деньги не тратились в сім'ї ніколи впустую. Ні на ресторани, ні на отдыхи. Все время что-то вкладывалось, там лучше телевізор купить домой. Это ж довго буде, но я все-таки сейчас понимаю, что эмоции тоже нужны, воспоминания тоже нужны. И сейчас я, конечно, уже для родителей стараюсь куда-то вывести, повезти, что-то купить, подарить. Вот. А сама я начала жить с 17 лет в Киеве, и понятно, что родители помогали только часть за квартиру, потому что я не одна жила. И все, я жила на стипендию. У меня было 500 гривен стипендия. Мама какие-то продукты передавала, но это все были мои деньги за месяц. Вот. И... Я потом начала зарабатывать, конечно, и рингтоны, и концерты пошли потихоньку. И слава богу, там, можно так сказать, с 18 лет я уже у родителей деньги не брала ни на что. И сейчас они уже, конечно, даже не спрашивают, Ренат, а может тебе нужно? То есть разные случаи бывают, потому что все-таки все в материалы идет. А есть, вот, я не знаю, так, бюджет, не бюджет. Вот сколько на месяц вы там, вот, там, не знаю, на тиждень, вы проживаете на тиждень, у вас є певна сума грошей на тиждень. І от треба вкластися. Не знаю, там на тиждень там, ну скільки там, там пару тисяч гривень. Знаєте, раніше вот так було. Було таке? Раніше було, а сейчас все по-другому. Там туда надо костюмы для балета, костюмы для себя, мейкап, причёски. То есть может быть такое, что за день все потратить, а потом ждать. А хто вот де, а є якась фінансова подушка, подушка? Подружка, вот, и куда можно звернутися и сказать, вот, ну, вот, и вытягнула с цієї банки. Нет, такого человека нету, и друзей, в принципе, так много нету, в которых можно взять, одолжить на какое-то время. Иногда приходится, иногда я нахожу таких людей, потому что нельзя делать простой, нужно все время показывать себя, делать новые работы, потому что тебя забудут очень быстро. Если два месяца ничего не выпускать, ничего не делать, то все зря то, что ты сделала. Я считаю, что иногда нужно уметь просить. Уметь, я раньше этого боялась, то есть нету денег, я не делаю ничего, нету денег, я не пишу песню, я не снимаю клип. Но меня научили, Ренат, нужно уметь попросить, нужно не бойся, что ты будешь должна кому-то, но это может сыграть очень большую роль в твоей жизни. И сейчас я, конечно, просматриваю тоже многих артистов, тот же Монатик, который одолжил немаленькую сумму для того, чтобы хорошо стартануть. Тоже по чуть-чуть можешь одалживать, и результат будет небольшой. А можешь взять хорошую сумму, вложить в то, что ты веришь, и оно может хорошо выстрелить. Поэтому сейчас уже ничего не боюсь и готова работать. И неважно, это будут долги и как-то по-другому. А у нас в студии была співачка Майрі. Дякую вам, что завітали до нас.
Дякую вам за запрошення. Зараз повернемось до музики, а потім до новин о 12:00. Дочекайтеся. Поїхали.